Пап! Да? Слушай, Денис сказал, что я прекрасная девушка. Ух ты! А можно я приглашу его в гости? Не надо! Пусть и дальше так думает, доченька. Ой, пап, надо убраться дома, а то мама уехала, мы с тобой живем как две свиньи. Точно. Только не как две, а как три свиньи. Почему? А кто третий? Мы с тобой как три. Все, пап, я пошла. Давай, я тебя поцелую, иди. Давай. Это что такое? Что, маска? А что ты ее на глаза напялила? Пап, ну ты не видишь вирус, вирус не видит тебя. Все продумано. Господи, когда ж мы тебя, где мы тебя уронили, а? Вообще-то, доченька, в психушке, чтобы ты понимала, нельзя покончить жизнь самоубийством. Чего это вдруг нельзя? Ну, потому что там кругом мягкие стены, знаешь, вот такие вот пупырчатые, чтобы человек ничего не мог с собой сделать. Ну, вообще-то, можно вырвать клочок волос, съесть, подавиться и умереть, делов-то. Так, идем давай к психологу сходим. Пап, ну что ты меня ругаешь? Вообще-то в нашем конфликте виноваты оба. Оба, доченька, я с тобой согласен. Оба полушария твоей глупой башки. Да! Пап, ну он такой хороший мальчик. Он тебе про свои бывшие отношения рассказывал? Скажи, пожалуйста. Нет. Вот козлина, а? Так и знал. Угу. А ты ему? Нет. Молодец, не вздумай вообще ему ничего рассказывать, нет, хорошо? Пап, да. Я тут с мамой разговаривала. Угу. А скажи мне, пожалуйста, откровенно, угу. У тебя дети есть? Еще? Вообще, пап. В смысле? Где твоя мать? Сереж, а давай пойдем сегодня купим обручальные кольца? А не рановато? Может, я еще передумаю? Да не, Сереж, ты все-таки сходи, купи золотые кольца, они тебе все равно пригодятся. Если что, выплавишь себе золотые зубы из них. Какие зубы? А те, что я тебе выбью, Сереженька, если ты вдруг передумаешь. Пап, когда я уже смогу гулять до 3 часов ночи? Никогда ты не сможешь гулять до 3 часов ночи. Сначала тебя мать не отпускает, а потом тебя муж отпускать не будет. Понятно? Сшибись. Да. Папа, Пап, у меня к тебе серьезный разговор. Ну, наконец-то, доченька, повзрослела. Говори, что? Пап, как ты считаешь, кто сильнее, акула или медведь? Ой, где же мы тебя упустили? Все, я нашел тебе идеального парня на сайте знакомств. Все, смотри какой. Ты меня что, на сайте знакомств зарегистрировал? Да, так, сейчас я фотографию твою ему еще отправлю. Ты нет, ты... Сейчас, ага, во, все, отправил. Так. Ты эту фотографию решил... Ты что, пап? Так, куда ты с ним идешь сегодня в ресторан? В какой? Выбирай. Как? Ку-ку-кук! Все, выбирай давай, пойдешь сегодня с ним. Пап, ты вообще что ли?